Сегодня фактурное облегченное фоновое вафельное переплетение. Узор нереально универсальный. Давайте переходить к мастер-классу. Все внимание на экран. Друзья, начинаем первый ряд раппорта. Кромочная петля, лицевая с дополнительным накидом внутри, а далее идет изнаночная, тоже с дополнительным накидом. Это первый ряд. Второй ряд раппорта. Кромочная, также лицевая петля и изнаночная, уже без дополнительных накидов, но при этом уже сделанные накиды я раскручиваю и формирую длинную петлю. Третий ряд раппорта. В поле видимости также держим по 2 петли. Сначала сниму кромочную, далее необходимо поддеть во второй петле по ходу вязания вот эту перемычку и накинуть ее перед первой петлей по ходу вязания. Вместе с ней провязать одну лицевую. Оставшуюся петлю провязываю изнаночной. Еще раз повторю, перемычка второй петли по ходу вязания накидывается перед первой петлей по ходу вязания. Вместе с ней провязывается лицевую за заднюю стенку, далее следует изнаночная. Ничего сложного. В четвертом ряду все петли будут изнаночные. Пятый ряд, все петли лицевые. И шестой ряд, заключительный, также провяжем полностью лицевыми петлями. На этом, друзья, мастер-класс я завершаю. Не забывайте сохранять данный ролик в своей копилке. От вас, конечно же, жду лайки и позитивные комментарии. В свою очередь, желаю вам всем отличного настроения. Скоро увидимся. Всем пока!